Она могла стать чемпионкой по гимнастике, но предпочла спорту балет. В ней с раннего возраста чувствовалась индивидуальность. Пришло понимание того, что я хочу, конечно, быть солисткой, я хочу быть примой. Народная артистка Беларуси и ведущая балерина Большого театра. Ольгу я отношу именно к балеринам-легендам. Пока однажды сложная травма едва не поставила на карьере крест. Я училась заново ходить. И какое было для меня счастье, когда она вышла в Лебедином озере. Прима-балерина Большого театра Ольга Гайко в проекте «Наши». Смотрите в понедельник вечером после «Панорамы» на «Беларусь-1».